Всем привет! Пятый день, как стоит лед, и четвертый день, как мы на нем открываемся. Сегодня мы снова рыбачили на Клязьминской заводе, ловили на безмотылку и, в принципе, неплохо половили. Ловилась сегодня достаточно неплохая плотва, ловился окунь, даже попался судачок, много мелкого подъеска. В общем, полное разнорыбье. Ну и как прошел этот день, смотрите дальше в этом ролике. Золотистый кубик. Угу, что-то покрупнее. О, плотвичка. Ну, наконец-то. Первая сегодняшняя плотвичка. А то все ерши, ерши. О, густерка. Угу, следующая же проводка. Плотвичка. Подъязочка. Ну какой. Красавчик. Плотвичка. Плотвичка. Да, не крупная рыбка пока что. Угу. Тут с первой проводки, но опять подъязок. Красивая рыбка, но маленькая. На тряску. Плотвичка. Угу. Опять подъязок. Как только нажимает, это подъязок. О, хорошая плотва. Легкая поклевка. И такая неплохая плотвичка.
И еще одна такая же. Нащупал. И все. Еще есть. Вот, золотистый кубик. Еще одна. Нашел стайку. Ну вот платвичка там еще остался. Тряску. Хорошая плотва. С этой лунки прямо раздает. Хороший нажим, и рыба крупная. О, хорошо, хорошо, хорошо. О, замечательная плотва. С одной лунки уже десяток. И рыба все лучше и лучше. Сразу еще одна. Но это окунь. А? Ну, у меня тоже они попадаются. Угу. Ну вот, в рабочей лунке затихло, отошел буквально 3 метра. И снова хорошая плотва. И берет на тряску. Что интересно, вчера брала на медленной проводке. Вот, есть контакт. Еще кто-то там есть. Прям со дна. Опять под язык.
ты леску мне не путай. Тут с первой проводки. Три маленьких окушка. Вот речка. О, ёрш какой. Я таких пушков поймал, но я их оставляю на дно. Очередная плотвичка. Опять с первой проводки. Еще одна следом. Да, мне с мягкими не нравится. Мягкий хорошо, когда на мотыля вот я раньше ловил. Да, у тебя тут леска, конечно, просто. Вот она, когда находишь. О, на треску. Она медленно просто трогала. Не особо-то и мелочь. Нормальная плотвичка. Опять под язык. Десятый, наверное, за сегодня уже. Нифига, какая поклевка. О, плотвичка небольшая. Под язык. По губам. Мелочь пусть какая-то. Густерка. Смотри, здесь... О, судачок! С каждой проводкой здесь пошла. Сначала плотвичка, теперь огромный судак. Трофейный. Да, давай расти. Лет через пять свидимся. Вот поклев... Эту проводку позлее сделал, смотри. Ёрш. Андрей научился. Поздравляю. Тут вообще мелко, да, походу? Да. На мели плотвичка какая. Все. И в Андрея там пошло.
Вот, нашел ее. Сразу есть. Ее там очень много стоит. Леска трещит. Понял? О, вон какая. Нужно просто найти. На каждой проводке. Вот он, вечерний выход. Крупные сороги. Три проводки, три крупных плотвы. Возьми камеру, посмотри по тем вонкам. Сейчас Андрюха будет здесь сверлиться, он сейчас разбежится. Есть. Ну, может, еще подошла. Прямо около дна, да, она и плавает около дна. Она активная, смотри, под вечер стала крупная. Но надо ее находить. Здесь мы маленько ее разогнали, пошумели. Сейчас вот одна приплыла, я ее сразу поймал. Вот одна дохлая там лежит. Под язык дохлый. Вон проплыла одна выше. Вот вытряс. Вытряс одну. Хорошая плотва. Вот она сюда подходит и подходит, подходит и подходит к этому кусту. А днем, походу, боялась. Тут не глубоко. Завесит, сколько самая большая плотвица сегодня. 215 грамм. Ну, 250, вот такие плотвины. Мы замеряли, а чуть больше, вот такая вот, уже 400. Ну да, она уже в эту, в ширину растет. Так, и весь улов у нас. 2600. Ну, нормально. Нормально. Для такого клёва очень даже неплохо. Ну, в общем, все. На сегодня рыбалку заканчиваем. Уже темнеет. Ловили сегодня практически от рассвета до заката. Первую половину дня я искал рыбу. Искал ее по глубине, искал по берегу. В том числе и в камеру смотрел. И рыба была разрозненная. Она просто двигалась. Рыба не стоит, она постоянно в движении. И как-то ее задержать очень сложно. Нужно тупо ее просто догонять и искать. Ну а сейчас под вечер рыба вышла в береговую зону к коряшкам. Видимо, кормится ракушкой. Потемнело, там она, видимо, себя стала чувствовать в большей безопасности. И постоянно подходила к коряшкам. По одной группами. И вот с одной коряшкой удалось поймать, наверное, штук 6-7 таких хороших плотвиц. Было много мелкого подъязка.
ерша, мелкого окуня. Все это, конечно, было отпущено. И общий улов вышел на 2,5 килограмма. Практически одна плотва. В общем, все. На сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться, оставлять лайки и комментарии. А я желаю вам удачи, больших трофеев и не хвоста, ни чешуи. Всем пока!